Ребят, кто играет в Mortal Kombat 11 и следит за ивентами, крипто и сферами кроники, вам всем привет. Я коротко решил записать видео, чтобы объяснить, что происходит, почему, ну, собственно, новые ивенты крипто анонсируются, а новых видосов не появляется. А если коротко, это не новые ивенты крипто. Если чуть подольше, то вот смотрите, слушайте. А как это было? Когда впервые появились вообще, в принципе, ивенты крипто, там давали исключительно уникальные вещи, которые больше нигде и никак получить нельзя. Таких ивентов было всего 10. Всего 10 золотых сфер кроники, которые все кончились довольно давно. После этого было несколько странных ивентов, в которых перемешались повторы, какая-то еще ерунда и так далее. А после чего более-менее нормализовалась система, но в этих самых ивентах, в этих самых золотых сферах кроники давали уже и до сих пор дают вещи из боевой лиги. То есть то, что можно было заработать в другом месте, но это было сложновато, и оно уже вышло из игры. То есть это были своего рода доборы. Они, наконец, тоже кончились. То есть вы можете сейчас зайти в игру, увидеть, что на вторник анонсирована новая сфера, но она снова является не новой. Это третья сфера крипты, которая уже была на канале, которую мы уже находили. Сейчас уже можно точно сказать, что они повторяются планомерно. Не как это было летом, как-то сумбурно, а планомерно. У нас уже был повтор первого ивента крипты с железными руками Джакса, был второй ивент крипты с обликом для Люкана «Время молодых». Сейчас будет третий с Шаоканом и, предположительно, также дойдет и до 10. Что произойдет, когда дойдет до 10? Я не знаю. Мы абсолютно точно на пороге каких-то новых анонсов в мире Mortal Kombat 11. Ивентов крипты они напрямую касаться не будут, но посмотрим, что они придумают. Потому что вот эти вот 10 сфер пробегут достаточно быстро, там примерно по одной в неделю они идут, или по несколько штук и так далее. А там дальше посмотрим. Что на канале? Я специально создал отдельный плейлист, в котором лежат все эти сферы, которые мы с вами уже собирали. То есть, если у вас есть недобор чего-то, вы видите в игре анонс, вы идете на канал, находите соответствующую сферу, смотрите, где она лежит, что в ней дают, и вот это вот все. То есть, я не хочу делать постоянные повторы того, что и так уже было записано и собрано. Как только что-то в игре появится прям совсем новое, я буду тут как тут, забегайте со всеми колокольчиками, вы, ну я надеюсь, ничего не пропустите, мы абсолютно точно с вами будем кушать новый контент, который появится в Mortal Kombat 11. А прямо сейчас оставляю вас наедине с ссылкой на плейлист, там это будет внизу в описании, наверняка где-нибудь здесь появится рядышком. Не скучайте, я всегда рядом с вами, мы играем в Final Fantasy во множество других игр и про Mortal Kombat не забываем. А пока, пока-пока.